хорошие игрушки! С вами снова я, Клео, а за кадром моя мама! Привет, привет! Сегодня я вам хочу показать мою коллекцию семейок. Наверху два первых ряда стоят полные семейки. Здесь есть и большие сестрички, и маленькие сестрички, и питомцы. А нижних три ряда не совсем полные семейки. Ну что ж, давайте же их посмотрим. Первая семейка футболистки, она из второй серии. Здесь у меня малышка, морская свинка. И старшая сестричка. Да. Следующая семейка Алиса. Здесь малышка, сама куколка Алиса и зайчик. Семейка Айти Бэйби. Они тоже из второй серии. Да. Семейка Траублемакер. Да. Здесь у меня сама куколка, малышка и питомчик. Семейка Серфера из первой серии. Следующая семейка Агента. Супер крутая следующая семейка. Да. Из большого огромного чемодана. Да. Здесь агент Лол, агент Бэйби, кошечка и малышка. А это семейка из первой серии. Да. Чирлидер. Собачка Чирлидер, куколка Чирлидер и малышка Чирлидер. А малышка необычная, ползущая. Да. Вы видели, как мы нашли ее? Клео находила ее на улице. Да. Искала клады. Начнем обзор не полных семейек, с мальчика Панкбой. Здесь у нас Панкбой старший и Панкбой младший. Это да. Серия Конфетти Поп. А рядом с ним одна единственная у нас куколка Пахнущая. Потому что Клео стала собирать со второй серии. А первой у нас не было, и вот поэтому я для нее прятала вот такую куколку, настоящую, с первой серии, ванилькой да. пахнет она. И вот такая сестренка у нее. Дальше семейка единорожек. Здесь две куклы-единорожки, одна блестящая, а одна нет. И малышка. Сахарок и Перчинка, они из второй серии. Любимчики. Да. Питер Квин. Здесь собачка и куколка. Кстати, собачка. Из первой серии. А собачка, кстати, из фази Пэтс. Из пятой серии. Да, первая волна фази Пэтсов. Питомцев шерсти. Следующая у меня семейка с куколкой Джетсет Китти. Это куколка из календаря. А малышка из пятой серии. Дальше Бэйди. Это куколка из пятой серии. Хайр Голс. Хайр Голс. И обезьянка тоже да. из пятой серии. Фази Пэтс. Тоже первая волна, да? Да. Они были в золотых шарах. Да. Кстати, посмотрите обязательно это видео, как мы нашли обезьянку, и там есть мультик очень интересный. Семейка Битц. Это куколка из новогоднего шарика Блинк серии. И малышка из второй серии. Вы спросите, почему они вместе стоят? Мы создавали семейку, и они у нас создались как противоположности. Это куколка Королева, она из клуба Алисы. Семейка Кэнду. Она была в золотом шарике, кстати. Семейка Веркрити, Гламстронаут. Она тоже из Конфетти Поп. И все оставшиеся из Конфетти Поп. Пандочки семейка и Бятник Бэйб. Вот какая у меня коллекция. Какая вам семейка больше понравилась? Напишите об этом в комментариях. Мама старалась этот стенд делать 2 часа. Это, пожалуйста, черную-белую съемочку. А следующую куклу мы приобрели красивую куколку Неон. У нее вот такой вот каре с челочкой. И она себе сделала гофре. И вот здесь у нее длинные прятки. И у нее есть маленькая сестричка Неон. Неон Кьюти. Да, Неон Кьюти. Третьей куколкой в коллекции в нашей стала пчелка. Супер шикарная красотка-мулаточка. Вся в золотом, золотистая наша любимица пчелка. И у нее есть маленькие малютки Квин Би и Кинг Би, братик и сестренка. Да. А на следующую куколку я сама накопила к Новому году. Вот какая она красавица. Кристал Стар. У этой куколки розовые волосы. На ее голове одет вот такой вот красивый ободок с кристаллами. И у нее есть, посмотрите, зайка чудесный, пушистик, и малютка кристальная сестричка. А следующими Дед Мороз Клео принес этот чудесный набор Amazing Surprise.
Супер великолепный наборчик. Распаковку смотрите по ссылочке в описании. Да, и как и всех наших куколок тоже можно посмотреть. Мы всех открывали на канале. И больших, и маленьких. Ищите, смотрите видео в описании. Ссылочка будет на мой канал. Итак, эти куколки были в огромном наборе. Их всего было 14. Две большие LOL OMG куколки и много-много маленьких сестричек, братиков, питомцев. И у каждой семейки было по 7 куколок, включая старшую. Вот такие красотки. Первой мы открыли Апдаун. Мне кажется, этой куколке нужно поставить отдельный лайк. Поддерживаю. Ставим лайк и посмотрим вторую ее сестричку или подружку. Сестричка. Куколку Даунтаун, которая тоже была в этом наборе. Она, конечно, полная противоположность, да, куколке Апдаун. Она экстраординарная личность, тоже стильная, конечно, и модная, но такая вся роковая, да, хулиганистая, отрывная девчонка, не имеющая, да, классического образа, а наоборот, вся на спорте, находится на спорте она. Вот такие две супер модные красотки у нас появились на Новый год. Ну и самая новенькая наша куколка. Бизи Биби! Бизи Биби. Это куколка из второй серии куколок LOL OMG. И у нее есть еще младшая сестренка Кенду Бэби. Напишите в комментариях, понравилась вам наша коллекция? И какая именно куколка вам нравится больше всех? Нам бы было очень интересно, да, почитать ваши комментарии. Поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал, чтобы ваша красная кнопочка стала серенькой, потому что большинство людей смотрят нас без подписки. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Мы вас очень-очень сильно любим. Да, я тоже делаю сердечко. Всех любим, целуем. Пока-пока. Пока. Пока.